Здорово, ребята! Здоровее Видали, привет, как дела? Хорошо, что здоровее Видали. Да? У кого? У нас небес... Став стояночка! Поднимай. Да-да-да-да-да. Секунду. Благодаря... мы вчера читали... Вчера читали... Да-дай сказать! Вчера читали комментарии всем. Весь один комментарий. Да? Нет, почему? Там было штучки три. Да, ну нет, да. Ну, нам не первый раз пишут про... дайте сказать. Про ремень безопасности. Честно, мы грешим иногда, когда надо быстренько с магазина в магазин, да? С магазина в магазин, да. Мы честно грешим, да. Мы не пристегиваем. Грешники! Грешники. Когда мы едем куда-то далеко, мы всегда пристегиваемся. И сейчас прям, да, вы нам пишите, говорите, да? Так это работает хорошо. Короче, у нас закончен рабочий день. Мы сейчас едем в центр. Мы едем в центр погулять, в парк, может, дойдем до пляжа. Горку Полинке обещали. Потом пройдемся по магазинам, заедем к любимой тёще. Попьем чай, кофе и поедем. Песня? Сейчас, всё. Ты хочешь музыку? Возвращайся на коляску. Очень готовила ее. Все, мы едем на коляске коровочки. Мама, бегу, вылезай, так, говоришь, мальчик тоже. Мудрость, нет, ты у нас... Я не помню, я вылезаю. Два километра я с утра бежала. Алина, давайте я пробегу. А вот особенно ты, да. Бережечка, где коляска? Давай, на. Давайте, какая корова? Я? В центре города. Встретимся в городе. Пойдем сначала на море, потом на горку. Посмотрим на море и сразу на горку. Там на море тоже горки. Джунгли. На море. В центре на пляже. Очень красиво. Мой любимый пляж. Он очень большой. Очень много выходов разных. Есть центральный, главный. Есть такие с райончиков. Здесь красота. Смотрите. Папа, ты.
какую-то кафешку, новую, не новую, устанавливают, я так поняла. Вон там центральный вход. Там больше всего. Там разные детские площадки, разные кафешки. Что там еще есть? Полосатый этот туалет. Что? Полосатый этот туалет. Еще раз. Полосатые зебры это туалеты. Где они? Полосатые. Полосатые. Да, это обязательно. Там лодка. Спасатели. Да, там спасательная станция. Мая дежурят спасатели на пляже. С 15 мая по 15 сентября дежурят спасатели. Спасательная лодка, все как полагается. И там вот вышка есть. Ее сейчас отсюда не видно. Там сидят спасатели и смотрят. И наблюдают за нашу безопасность. Забыла сказать, что у нас заметно похолодало. Я не знаю, градусов нашла. Вот она. Заметно похолодало. Но люди ходят, короче, в куртках. В смысле ноги мокрые? Мы с собой взяли все, кроме того, что мы. Правда, ноги мокрые? Покажи папе. Вот Оля, смотри, смотри. Если ноги мокрые. Покажи. Почему? Папе. А, почему так думаешь? Потому что нас, дети, пошли, встали без киполи. Сухие ножки. Да. Такие ключи. Это спасатели или нет? Да, это спасатели на квадромотоцикле. Квадромотоцикле? Это квадро. Квадровелосипед. Валиночка. Чем близко к водичке подходила? Скажите на теплая вода. Вот корову твою нашла, ее пап потерял. Теплая вода, кстати. Нет. Да. Я рассказывала, что она заметно похолодала на улице. Ну, после 30 градусов стало 15. Некоторые люди так ходят в шортах. В теплых куртках. Мам, с разбега ноги. Нет, мам. Да, ну мам, да. Если ты начнешь мочить ноги, Полина тоже будет заплачена. Ясно? Такое небо там темное. Что, Милены? Что? Миленка написала. Yeah.
обещали Полинке площадку. О, господи, застряла. Тут у нас совсем близко детская площадка, центральный парк, где мы заходили. Идем на горку. Ну, здесь, конечно, ветрено сегодня. Но море всегда ветрено. Но сегодня еще как-то холодно, а мы не утеплились. Потому что мы уже ходили в шортах и в майках, и утеплиться уже сложно, сами понимаете. Сейчас посидим на скамеечке, вытряхнем башмаки. Площадку. Отряхайся, отряхайся. Вся в песке. Глазки попала. Давай. Не три руками, как раз руки в песке. Да, что? Руки надо почистить. Я знаю, это больно, когда песок только в глазки. Да? Давайте убегать с моря. Все, дай, дай папа вытрет. Все. Ну-ка дай, пап. Тут больно. Белочку нашли. Видно, да. Ой, Моня, очки у папы. Вон она, я вижу. Прости. Вот она. Вот. Моя документура. Ведерина. Белочка. Полин, где Белочка? Виня, нравится? Девочка Белочку бежала за ней и не может найти. Вот здесь видно. Хорошо видно, где я стою. Видишь? Хвостик вон. Блин. Кушает белочка. Белка. Отсюда прям побежала по траве. Здесь видно? Белка. Видишь Белочку? Что ест она? Ну там вот кушает она. Белочка. Так, вышли на площадку. Немножко здесь погуляем, но холодно. Правда, мы замерзли все. Пойдешь на горочку? Мама. Ау. Залезай. Давай, давай. Вот горка. Как маленькая, да. Будешь кружиться? Покружить тебя? Да. Давай, чуть-чуть так. Ты держишься? Да. О, все что ли? Да. А здесь кто с тобой будет кататься? Ну? Такое чувство, что дождик пойдет. Ну какую на ту? Садись с ней, катайся тут. А у нее и самой хорошо получается. Большой, да? Да. Это у нас кого так? Я сама постою. Так, и держись, да? Крепко. Держишься? Да. Держи. Смотрите, какие иголки на сосне. Но я надеюсь, я ничего не путаю, это сосна. О, как красиво. Народу, как всегда, нет. Дади.
Ну что, поехали, Милен, куда-нибудь? Давай Польку утащить с площадки. Уже так долго гуляем. Где строить? Давай слезай, порви джинсы, там все такое. Куда пошел папа? Поленька, поехали к бабушке, а то поздно уже будет. Мы же к бабушке едем. Мама замерзла. Поехали к бабуле? Точно. Да. Ну, у меня, я вся сопливая, поэтому что мне мерзнуть? Ну все, едем к бабулечке, давай, пошли. Папа. Устал гулять, кататься друзья, на горке? Подожди, солнце все тебя нужно. Ну куда? Ну, ко мне и хочешь. Давайте. Давай я колясочку. Опа, бери колясочку. Так, друзья, корову мы главное не потерять. Погуляли на Балтийском море, погуляли по песочку, потрогали Балтийское море. Мы потрогали море. Ура! А вы трогали сегодня море? Кто трогал Балтийское море сегодня? Мама, я купалась даже. Поля намочила чуть-чуть ножки даже. Мама. Чего? Ну пошли, дочь, молодец. Вот и стой. Давай сфоткаю, давай. Нет, я хочу нормально, мам. То есть тебя Моника сфоткала? Тебя Моника сфоткала. Ну и стой там, а мы поедем домой, все. Мама! Милена, поедем. Ну мы теряем. Возьми с собой что-нибудь. На коляску и корову посади аккуратно. Мы как бы эти, как белые люди, идем не по дорожкам, по брусчатке. Решили идти по траве, по зеленой зоне, чтобы заработать протокол. Посмотрите, у нас здесь очень красивые каштаны, кстати. Смотрите, очень красивые. Каштаны вон там. Вон там. Да, видно. Просто у нас в этом парке вообще очень много деревьев, таких уникальных. Там даже есть такие, ну, таблички. Под каждым деревом название какое-то дерево. Они какие-то там в красную книгу занесены. Сколько лет, да, уже. Что хочешь? А это хочешь каштанчик кушать? А, у нас, короче, Полинка ест сирень иногда. Ну, как иногда, каждое сирень. Лето. Ну, кто ну, девчонки... в детстве кушал сирень? Да, мне кажется, все кушали. И, короче, где вот эти 5 листочечков. А если 6? Да, загадывали желание. И Полинку девчонки научили, и она, короче, в этом году сирень где расцвела, она смотрит на этот куст и говорит ням-ням! Ням-ням! Такое все зеленое, красиво. Позвонил маме, она нас ждет вообще. Сюрприз сделаем. Давай. Так что сегодня мы решили забить на все дела и просто уехать. Из дома. Погулять. Сбежать. Она на одной руке колесо делает. Скоро будет на голове делать. Это курица Милена делала колесо на пляже. А потом говорит, у меня вся спина в песке. Смотри на нее. Обалдеть. Ну вот, все, смотрите. Капец. Слушайте, вот самое вот колесо умеет ноги делать. Нет. Но то, что она научилась сама, не занимается у нас ни гимнастикой, ни каким-либо этим. Сейчас у нее последний этап. Она учится у нас ходить на руках. Представляете, все сама. Все сама. Сам себе сама. А ты не можешь так до площадки дойти? Ага. На руках. А ты не можешь всегда быть такой хорошей, доброй девочкой? Чего ты вечно мозг выносишь? А у кого скоро день рождения? А сколько тебе будет лет? Юбилей. 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 Какой у тебя... Какой у тебя юбилей? Десятый юбилей. Десятый юбилей, я на руках не чувствую. А какого числа? Посмотри, Настя, Поля тоже делает. Пять пасмурно июня. 15 июня. Сразу всем озвучим, чтобы поздравляли нас. Все, гимнастки, поехали. Едем.